4 сентября в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Староверовском лесничестве, это Новодоларский район Харьковской области, произошел пожар. Все было задействовано 20 единиц техники, это на автоцистернах и 91 человек личного состава. Площадь пожара увеличилась каждой минутой. Для ликвидации данного пожара был задействован наш вертолет, который располагается в городе Харькове. 4 числа было произведено данным вертолетом 12 сбросов воды. В 19 часов 10 минут пожар был локализован. Два населенных пункта, которые располагаются рядом с этим лесным массивом, где находился очаг пожара, угрозы никакой нет. 5 сентября также работала наша авиация, 13 сбросов воды. Продолжает работать наше подразделение, в том числе и подразделения, которые привлекались еще 4 числа. Основное распространение огня нет, площади пожара составляют местами и до 40 гектаров, и до 47. Предварительная причина рассматривается, это неосторожное обращение с огнем и все-таки занос открытого источника огня.